Усім привіт, це програма «Вперед, Миколаїв». Так сталося, що минулого тижня нашій футбольній команді довелося зіграти два поєдинки. Перша гра – це матч перенесеного 10-го туру з командою «Нафтовик» з міста Охтирка, а другий поєдинок – це домашній поєдинок з командою «Верес» з міста Рівного. Розпочинаємо з сюжету про гру «Муніципальний футбольний клуб Миколаїв «Нафтовик Охтирка». Перенесенный матч 10-го тура с «Нефтяником» был очень принципиальным для обеих команд, ведь в случае победы Николаев мог догнать по набранным очкам команду из Охтырки. Но этот поединок стал очень тяжелым для нашей команды. Два дня перед очной встречей в нашем городе шел дождь. Шел он и в день матча. Так что газон центрального городского стадиона, и так будучи не в лучшем состоянии, стал еще хуже. Те, кто играет и играл в футбол, прекрасно знают, что на таком поле нивелируются многие футбольные аспекты. Техничная игра с быстрыми короткими передачами, тот футбол, который пропагандирует Руслан Забранский, на таком поле показывать практически невозможно. Поэтому было понятно, что футболистов, которые в нашей команде вышли с первых минут, ждет непростая игра. Ну и в старте у нас были потери. В матче с Буковиной получил странную красную карточку Сартина. Об этом можно много говорить, но факт остается фактом, в игре с «Нефтяником» Дмитрий не мог выйти на поле. Его место на правом фланге обороны занял Пинчук, а на левый фланг защиты впервые в сезоне вышел молодой Дударенко. В воротах с капитанской повязкой вышел Роман Чумак, в центре обороны Павлов и Любчак, Момот и Сафонов составили пару опорников, Рогозинский, Муховиков и Ковалев атакующие полузащитники, а на острие атаки Берко. К сожалению, для болельщиков нашей команды проблемы у Корабелов начались буквально сразу. Вторая минута матча и гол в наши ворота. После удачных действий братьев Пасич, мяч у Орвеладзе, тот здорово обыгрывает наших защитников и бьет в противоход Чумаку. 0-1. Николаеву нужно отыгрываться. Буквально сразу мог это сделать Берко. Пинчук длинный пас на чужую половину, защитник головой выбивает, а Сафонов возвращает мяч в штрафную прямо на Берко. Виктор уходит от Логинова, но не забивает. Штрафной для Николаева. У мяча Андрей Ковалев. Отличный удар и совсем немного неточно. Тем обиднее стал тот факт, что свой следующий шанс «Нефтяник», в отличие от МФК, реализовал. Подача с углового на 16-й минуте, защитники выбивают, но на подборе передистый. Бильярдным ударом 17-й номер гостей увеличивает счет 0-2. Спустя несколько минут «Нефтяник» мог забить идентичный мяч, также подача с угла поля, и уже Пасич пробивает из пределов штрафной. Выручил партнеров Алексей Пинчук. Откровенно говоря, повезло. Но в атаке по-прежнему фарта у нас не было. Сафонов отдает на фланг на Дударенко. Навес, Ковалев головой пробивает, мяч попадает в Берко и рикошетом пролетает рядом со штангой. Пас на Берко от Муховикова. Берко на Сафонова, а тот обратно под удар нашему форварду. Бьет Виктор, также рикошет и вновь нет гола. «Нефтяник» в эти минуты играет на контратаках, и одна из таких могла привести к еще одному взятию наших ворот. Один на один выходил Войцеховский. Чумак в этот раз не позволил довести счет до крупного. Пожалуй, все опасные моменты в первой половине. Перерыв на табло неутешительный 0-2. Второй тайм, и Забранский бросает в бой Кошелюка и Морозова. Николаев начинает вторую половину активно. Рогозинский в штрафную. Муховиков играет на опережение, и показалось, что получает удар по ногам. Но пенальти нет. Мяч в итоге после серии не очень удачных действий обороны гостей оказывается у Берко. Но и в этой ситуации Виктор в створ не попал. Казалось, Николаев продолжит давление на ворота «Нефтяника», но так только показалось. Особых шансов у «Корабелов» больше не было, а гости, воспользовавшись ошибкой Павлова, от которых на таком поле не застрахован никто, грамотно разыграли мяч нашей штрафной. И Войцеховскому проще было забить, чем не забить. 0-3. Игра сделана. Но отметим и тот факт, что к чести наших футболистов они все же пытались с таким счетом и в таких условиях забить хотя бы мяч престижа. Не удалось, и финальный свисток зафиксировал крупную победу «Нефтяника» и вновь заставил всех говорить о возрасте нашего николаевского газона, которому как-никак уже идет шестой десяток. Ось так, 0-3, і за декілька днів гра з командою, яка претендує на вихід у прем'єр-лігу з одним з лідерів першої ліги – рівненським «Вересом». Як підготувалася команда до цієї гри і як зіграла, давайте подивимось у наступному репортажі. Этот поєдинок можна смело назвати центральним матчем тура. Изюминки противостоянию добавлял еще и тот факт, что в ростерах обеих команд есть футболисты, которые совсем недавно выступали в составах сегодняшних своих соперников. У Николаева это Лакуста и Пинчук, эти игроки, правда, не попали в стартовый состав, а у Вереса это Сикорский, вышедший с первых минут, и Михаил Сергейчук. Стартовый состав нашей команды по сравнению с предыдущими поединками претерпел ряд изменений. Чумак в воротах, тут все стабильно, Дударенко слева в обороне, а на правый фланг защиты вышел отбывший в игре с «Нефтяником» дисквалификацию Сартина.
Назаренко и Булычев составили пару центрбэков. Опорная зона Бессалов, атакующие полузащитники Ковалев, Рогозинский, Саркисян, Муховиков в нападении Берко. Как видите, изменений много. Первый тайм прошел в равной борьбе, команды по очереди создавали свои моменты. Первый момент был у ворот Корабелов. Последовала длинная передача в штрафную МФК. Степанюк здорово сбросил на Сикорского, но Булычев поборолся до конца и не позволил нападающему пробить из выгодной ситуации. Николаев ответил неплохой комбинацией. Саркисян отдал на Ковалева, Андрей обыгрался с Берко и пробил. Когут в прыжке парировал удар нашего 23-го номера. На 22-й минуте еще один момент для Вереса и вновь с участием Сикорского. Игорь здорово открылся под передачу Зазули и продлил дальше на Степанюка, а Степанюк отдал на набегающего Орловского. Удару последнего не хватило точности. На 35-й минуте уже Саркисян мог открыть счет, но Когут после дальнего удара в АГ спас свою команду и перевел мяч на угловой. А после этого углового нашим все же удалось забить. Великолепная подача от Антона Муховикова, и Сартина оказался расторопней всех в штрафной Вереса, в касание переправив мяч в сетку. Красивый гол на 36-й минуте, и Николаев повел 1-0. Тут же тренер гостей Владимир Мазер реагирует на ситуацию и выпускает уже в первом тайме еще одного экс-форварда МФК Михаила Сергейчука. Но несмотря на штурм наших ворот, который Верес устроил в конце первой половины, ни Сергейчуку, ни его партнерам по коллективу забить в этом игровом отрезке не удалось. 1-0, команды уходят на перерыв. После 15-минутного отдыха Верес сразу же пошел отыгрываться. Подача углового, мяч у Степанюка. Степанюк пробивает, Берко блокирует удар. Еще больше начал нервничать в начале второго тайма Владимир Мазер, ведь одному из лидеров чемпионата в этом матче нужна была только победа. Нервничали и футболисты. Вот, например, в одном из эпизодов агрессия Сергейчука могла привести к потасовке, но его конфликт с Муховиковым быстро удалось решить партнерам по команде. Вернемся к игровым моментам. На 54-й минуте Сикорский едва не сравнял счет. Чумак ошибся на выходе, и 70-й номер гостей, первым оказавшись на мяче, пробивал уже в пустые ворота. Но Назаренко подстраховал Романа Чумака. Верес продолжил нагнетать, Николаеву все труднее стало справляться с атаками гостей. 62-я минута, Котляр хитро исполнял стандарт, Назаренко вновь на чеку. Проходит еще 2 минуты и вновь опасный ворот Корабелов. Котляр на Сикорского, удар, Чумак отбивает, подбор за Кучеровым, но и с его выстрелом с близкого расстояния справляется Чумак. Проходит еще минута, и Чумак вновь спасает, на этот раз после удара Сикорского. В эти мгновения было видно, что Николаев частенько играет просто на отбой. И такое давление и количество опасных моментов в исполнении соперника в итоге привело к забитым в наши ворота мячам. Правда, перед этим случился эпизод, на который хочется обратить внимание. Рогозинского в центре поля бьет по ногам Зазуля. Валерий, правда, успевает отдать пас на Саркисяна, который после того, как обыграл западню, вышел на оперативный простор, и атака могла стать очень перспективной. В этот момент арбитр почему-то решил остановить матч и дать желтую Зазуле. Неизвестно, как бы закончился эпизод, если бы Владимир Новохатний дал его доиграть и лишь потом наказал футболиста Вереса. Именно об этом игроки МФК, мягко сказать, намекали рефери из Киева. Ну а затем Верес сравнял. На 79-й минуте Сикорский отдал на Сергейчука, а тот, приблизившись к штрафной и находясь в окружении троих защитников, все-таки нашел возможность для точного удара. И так, благодаря действиям двух бывших нападающих МФК, счет стал 1-1. На 82-й минуте еще момент для подопечных Мазера. Степанюк на Козьбана, Козьбан под удар Кучерову, Чумак отбил, но прямо на Сергейчука. Мяч в сетке, арбитр в этом эпизоде зафиксировал офсайд и гол отменил. Восемьдесят пятая минута, Верес вырывает победу. После комбинации Сергейчук-Козьбан-Степанюк на лучшем бомбардире первой лиги в нашей штрафной фалит Сафонов. Пенальти. Предпосылки к нему были, но вот насколько явные. На повторе видно, что Степанюк немного дорисовывал эпизод. В любом случае, Котляр с точки не оставил шансов Корабелам. 1-2. С таким счетом матч и завершился. Николаев сыграл отличный первый тайм, но во втором игровом отрезке Верес действительно смотрелся получше. Была борьба на каждом участке поля, самоотдача с двух сторон, с двух команд, желание победить. Надо было бы нам
для того, чтобы выиграть, надо было забить еще второй гол. А как можно его забить, если в команде нет нападающих, ну, это уже другое дело. Я думаю, что у Вереса нападающих на три команды, а у нас нету даже ни одного. И видели, как нападающие Вереса придерживали мяч, выигрывали головой, цеплялись за него, остро атаковали. Ну, а мы можем только за счет атакующих полузащитников, которым где-то непривычно играть на тяжелом поле, потому что у нас совсем другая игра, и где-то сложно, я смотрю, уже вторую игру. Мы запретили играть в короткий пас, все равно они играют, потому что так привыкли. Наверное, вот, и в некоторых моментах надо было где-то попроще подключить фланги, передачи, и туда лететь, пытаться замыкать. Ну, для победы с такой командой надо забивать как минимум два мяча. Для нас это много, два мяча, потому что забивать по большому счету некому. В прошлом году забивали защитники, и в этом они продолжают. Вашему вниманию предлагаем результаты очередного тура. Киевский «Арсенал» дома уступил Черниговской «Десне» 1-2. Полтава также дома проиграла краматорскому «Авангарду». Матч лидеров и аутсайдеров чемпионата «Ильичовец-Тернополь» не состоялся. Черкасский «Днепр» и «Ингулец» на своем поле минимально обыграли «Гелиос» и «Скалу» соответственно. Суммы миром разошлись с «Горняком Спорт», а «Нефтяник» из «Ахтырки» крупно переиграл «Буковину». После 14 туров таблицу можно условно разделить на три группы. В первой явные лидеры – Ильичовец, Верес и Десна, оторвавшиеся от преследователей на довольно солидную дистанцию. Команды с 4 по 15 места идут ровной группой на 1-2 очка, отставая друг от друга, и могут поменяться местами в случае удачно сыгранных 2-3 матчей. В этой группе, опустившись на 14-ю позицию после 3 поражений подряд, идет и МФК «Николаев». А к группе аутсайдеров можно отнести «Ингулец», «Горняк Спорт» и футбольный клуб «Тернополь». Що ж, зовсім не порадував муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» своїх болівальників. Але минулого тижня був і приємний момент. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» також зіграв дві гри у Суперлізі. І ці дві гри наша команда виграла. Спочатку баскетболісти обіграли Харківський політехнік, а потім Кремінь. Також ми продовжимо вболівати за наших хлопців. Вперед, Миколаїв!